мы находимся в Малибу, курсом на Лос-Анджелес, впереди Санта-Моника. Машина хорошая у нас. Это я. Машина замечательная, спорткар Dodge Challenger, белый, мощный такой. Malibu Dikes. Справа океан, все замечательно, погода классная, speed limit 45 всего лишь майлов, естественно, не километров в час. 45 это где-то что-то примерно 70 километров в час. Да, вот тут горы, я буду справа получил, а под такой с дырочками на тачке у нас машина тоже веселая, развеселая. Дополнительно покажу, не перестраиваюсь ряд, так как справа океан. Хочу его зацепить на видео. Это маленький городок вдоль берега океана, Малибу Пирс. Только что купались. Погода хорошая, вода прохладная. Фотографии есть дополнительно. Вот едем в Санта-Монику на разведку, что там за пляжи с симпатичными дамами. Прошла хорошая реклама из уст америкосов, что там просто рай небесный. Сзади оставили основной Малибу и Вентура. Ну, естественно, Санта-Барбара, дальше Сан-Франциско. Так, едем, едем, едем в далекие края. Так, вот тут вот океан. У нас уже справа просматривается невооруженным глазом, так скажем, машина. За машиной не видно ничего. Все машины стоят, все потому что на пляж вниз ушел народ. Купается, загорает. В принципе, время уже 10-5 часов вечера. Не особо и жарко, так скажем. Потому что горы в горах, ночью прохладно, днем было жарко здесь. Сейчас уже это без гидрокостюма не холодно на пляже становится. Добавь соломы, чем плетешься. Обгонять не хочу тебя, потому что видно будет пляж. Так, вот океан. Пляж, он говорит, прям под носом вот здесь он. Так, вот Юрий вот так поддержит на меня. Поснимает, да? Ну да. Я передам привет всем телезрителям, кто знает меня, кто не знает, кто хочет узнать меня. Вот. Звоните по телефону 223-322-223. Да. В случае появления привидения, звоните по тому же самому телефону. Вот океан, мы вышли тут прямо на берег. Да, домиков нет, его видно хорошо. Замечательная вот клубничка висит какая-то. Значит, вот клубнику раздают. И черешни. Да, где там скрылили своими битами, давай-ка мне надо. Пожалуйста, вот сюда тоже покажи. Мужики, рыбу ловят. А ну проедь чуть-чуть, Тима, туда. Прямо отсюда, с камней кидают. Да. Сейчас пойдем глянем, что там на пару секунд. Что там делается? Pacific Ocean, что переводится Тихий океан.
Где-то он вдалеке. Лос-Анджелес. Лос-Анджелес. От этого волнорезы какие-то. Ну вот там он заканчивается. Домики стоят. Там заканчивается Малибу. Вот это я. Вот такой вот. Замечательно. Погода. Прекрасные пальмы вот здесь вот на той стороне. Вот они. Кругом пальмы торчат. Везде, везде, везде. Вон даже на... Да, вон на солнце. Вот такая вот тележечка у меня. Прикольная. Там он, Юрик, сидит. Внутри. Вот это вот я вот такой вот. Ладно, поехали в Санта-Монику. Там дальше еще посмотрим, покажем, что там делается, творится. И вообще. Там откос, вот он почему и рыба здесь и ловит. Так рыбу поймал, я не вижу.